русские плески и драм-н-бэйс. Вы готовы? Еще больше шума, фестивальная площадь. Тогда встречайте Нейромонах Феофа. Мы гостей побежали. Добролюд честной! Просто шикарно! Ну что ж, аз есм песнослов, гудец давятший драмудей, нейромонах Феофан. А сейчас мы с вами будем веселиться, будем петь, хохотать, да безудержно плясать. Отбросьте печали, забудьте невзгоды, с нами веселье и силы природы. Ядрёно задорно всем будет нам. С любовью для вас, нейромонах Феофан. На ярмарке собралось множество купцов диковинного столько, будь здоров. А я как-то по старинке оптом да на развес отгружаю славный драм-н-бейс. Конечно, издалека далеко. И вот нас тут четверо вроде как на сцене. Разные веселые дела делаем. Ну, еще с нами одно существо тоже пришло.
Такое оно большое, мохнатое. Называется Медведем. Только вот где он? Что-то я его не вижу. Может, позовете его? Да! А ну-ка погромче! Не слышит. Еще погромче. А во, услышал, глядите, вот он. Мохнатый, поприветствуем Косолапова. Красавец какой. Он, конечно, так красив вроде, мохнат. Но в быту с ним, конечно, проблем полно. Запах от него не очень стоит. Был бы ты человек, конечно, с тобой было бы поинтереснее. Просто шикарно, конечно. Вот, а так он в берлоге своей сидит. Там тоже, знаете ли, у нас некий парк аттракционов получается. Страшновато к нему иной раз заходить, особенно когда он с голодухи сидит. Ну это ладно, мы помню историю, как с ним познакомились. Вот прям как сейчас помню. День был субботний. Шел я как-то по лесу, шел по грибы да по ягоды. И вдруг из кустов неспешно выходит медведь косолапый. Смотрит в очи мне хитро, что-то сказать желает. Тут я смекнул лихо, чего-то ж ему не хватает. Вроде и сыт мохнатый, вроде кости целы. Ах, вот оно что, дуры, понял я, в чем дело. Из-за спины суходцей я достаю балалайку своей рукою ловкой. Давай, медведь, тебе я драк сыграю. И тут раз, мы с медведем пустили. Вашу эрудицию проверим. Кто знает, как называются вот сии предметы деяния, что на ноге у меня? Лапти! Лапти! Действительно, лапти! Молодцы, знаете!
а с лаптями что делают в плясе лихом? Об пол бьют, конечно же. Как собрался лёд, да на пир лихой, много девок тут, как и мужичков. Вот не знаю, умеете ли вы... Вот с эрудицией у вас все в порядке. Знаете вы всякие знания, очень важные и нужные. А умеете ли вы хороводы крутить? Скажите мне, пожалуйста. Есть ли знатоки? Сейчас самое лучшее время, значит, давайте-ка организуем. Можно не один, можно несколько хороводиков. Смелее, смелее, Люд Честной. Это очень полезно для суставов и костей, и иммунитету. Лючный, становись, хоровод удалось. Смелей, смелей, соберите хороводиков. Давайте, смелей. Это очень полезно для здоровья. Посмотрите, медведь какой здоровый, крепкий. Потому что всегда хороводы крутят. Его хлебом не корми.
Смелей. Вот, давайте, хороводик. Вот уже, молодцы, ну красиво. Давайте. Смелей. Мы потихонечку начнем с вами. Начнем раскручивать. Глядите, вот в таком направлении. Пробегитесь кто-нибудь по хороводу. Вот в этом направлении. Видите, да? Вот в этом. Все верно? Ай, молодец, хорошо. Ну что, готовы? Давайте мы потихонечку начнем и будем разгоняться, а вы ускоряться. Красота какая! Ярусно плясать в море всяких мест, прытки даром играть мне надоест. И на первый раз, и на раз второй, да на третий раз я как заводной, как придет тоска, сразу эгегей, размахнись рука, да по струнам бей. Из души глубиной просыпается богатырь сбыль и начинается. Ядрёный образ жизни, то титр, то та! Честной, спасибо, но я гляжу, у вас полно сил, конечно, энергии до дури. Во мне дури.
Любите забавы всякие? Любите? Ну смотрите, мы сегодня для вас специально привезли самую веселую забаву, которая существует на свете. Я вам говорю, вы на всю жизнь запомните. Это наипрекраснейшая забава. Я не знаю, будет ли когда-нибудь у вас еще шанс такой забавой воспользоваться. Поэтому слушайте внимательно. Забава крайне веселая и запоминающаяся. Нужно что сделать? Нужно вот так вот друг другу руки на плечи положить. Смелее. Я вам гарантирую веселье всем. Готов бумагу любую подписать. Все, кто поучаствует, все запомнят надолго. Потому что это крайне веселое мероприятие. Видите, что нужно будет делать? Нужно будет делать 8 маленьких прыжочков. Сначала направо вместе с нами, а потом налево. Глядите, как это делается. Ну что, вот, смотри, он молодцы, смотри, готовы, давайте подключать. Посмотрите, как это весело. Давайте отрепетируем, готовы? На 3-4, готовы? 3-4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, хорошо, шикарно, отлично, восхитительно, прекрасно. Кто еще, значит, думает, перестаньте думать и подключайтесь, потому что веселье гарантировано всем и яркие воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Ну что, давайте по моей команде сделаем красиво. Готовы? Как только я скажу «попрыгаем», так и начнем. Глядите на меня, я покажу, что нужно делать. И готовились? Балагуй, разгуляйся, наша. Попрыгай! Лепота. Ну давайте еще загадочки позагадываем. Давайте такую, смотрите, вот когда тепло, когда лето. Как в лесу? Жарко, ну куда? Смотри, в лесу, ты тебе летом как? Холодно, говорит, в лесу летом. Ох вы, мерзляки. Ну ладно, а зимой в лесу как? Вот это правильно, зимой в лесу холодно.
Ох, Мурси, зима очень лютая, а в моем лесу так и подавно. Воду с родника я в ведре несу, и висит сосулька да на моем носу. Надо бы мне совсем чушь не околеть, я весело пляшу да начинаю петь, что холодно в лесу. Помою в правом поясе, холодно в лесу. Пляшу в правом поясе, холодно в лесу. Помою в правом поясе, холодно в лесу. Пляшу в правом поясе, согреваюсь я. Холодно в лесу, помою в драмом поясу, холодно в лесу, попляшу в драмом поясу, холодно в лесу, помою в драмом поясу, холодно в лесу, попляшу в драмом поясу, холодно в лесу, помою в драмом поясу, холодно в лесу. Слух пронесся по городам и весям, по лесам, да по полям, и по миру все полфан созывает всех вместе. Эх, собраться, дабы быть славу пиру, люд честной, да всяка животина собирает кульки, да котомки, вот так сход будет лето. Потомки на поляне лесной у речки собралось всех, вот так диво, кто пешком, кто приехал на печке, да за пенью же славно красиво. We'll be right back.
я б травы покосил, я бы баньку растопил, я б курей покормил, я бы пол в избе помыл, все потом, а не сейчас, а сейчас хочу поляться. Давайте-ка еще раз. Мало хороводов никогда не бывает. Смелее, Речистой, соорудите, организуйте хороводик. Это очень полезно. Напоминаю всем, кто еще не был на первом хороводе. Это очень полезно для суставов, для костей, для здоровья, для общего. Глядите, просто шикарно будет. Смелитесь. О, вот это уж масштабы. Вот это уж красота. Ну и по старой, добро сложившейся традиции у нас с вами. Крутим вот в сим направлении. Ну и потихоньку начинаем. И разгоняемся, и разгоняемся. Красотища! Ведь а сейчас хочу фаляц, а сейчас хочу фаляц. Красота, молодцы! А я пару слов расскажу о ремесле своем. И, конечно же, в песне.
Буду весь несет гонец, возница мчит в санях, топор кует большой кузнец, подкову для коня. Торгует весело купец, ну а что ж я? Я палочки чешу, под ганистого пляшу. Красота! Сколько мы с вами сегодня поделали разных прекрасных дел. И поплясали, и попели, и забавы почудили всякие, и хороводы покрутили. Но вот гляжу я на здешнее поле и скажу вам, состояние у него весьма удручающее. Какое-то оно рыхловатое, не знаю, что-то с ним не то, да? Правильно говорю, Анастасия? Правильно. Вот. Рыхловато. Ну что ж с этим делать-то? Надо что-то делать. Надо как-то выручать ситуацию-то, сложившуюся. Есть идеи, что можно сделать-то? Ничего не понял. Ну-ка еще раз погромче. Что сделать? Притоптать! Действительно, есть такое занятие. А у нас и песнопение есть подходящее, под которое поле сие в два раза, конечно, сильнее. Такое в тысячу раз сильнее притаптывать можно. Место пахоты затихло, и осталось поле рыхло, дабы радость испытать, надо поле притоптать. И хать, надо поле притоптать. Thank you.
поле притоптай. Поздравим! 3-4! Ай, молодцы! А теперь друг другу побольше шуму! Молодцы! Отлично! Красота! Молодцы! Еще! До новых встреч, друзья! Спасибо вам огромное! Нам очень понравилось! Надеюсь, вам тоже! Пока-пока!